В Тюмени сегодня почтили память погибших солдат. Несколько десятков тюменцев возложили цветы на площади памяти. В митинге также приняли участие воспитанники военных классов и курсанты ТВИКУ. Такая церемония стала традиционной в рамках проведения фестиваля патриотической песни «Димитриевская суббота». Сегодня исполнилось 25 лет Дмитриевской субботе. Это поминовение всех погибших на поле брани. 25 лет мы собираемся с женщинами и поминаем и вспоминаем всех наших ребят, мужей, сыновей и тех матерей, которые безвременно ушли с этого мира.